Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и мой уход за кожей на вторую половинку зимы. Изначально я задумывала один уход за кожей на всю зиму, но Дед Мороз взял и принес мне вот такой замечательный крем за 1500 евро. И так как я люблю однобрендовость, то я поменяла под него, конечно же, весь уход. И пока девушки с дикими криками «Оно психическое!» не побежали бы прочь с моего канала, я сразу скажу, что все остальные средства адекватные по стоимости и бояться не нужно, что это... Нет, не весь такой уход. Нет. Для возрастной кожи зимой особенно важно, чтобы она была защищена. В нашем климате, на побережье, где мы живем, это побережье Финляндии, холодные очень ветра, сильные. И, конечно же, отопительный сезон. Поэтому кожа старится в режиме год за три от обезвоживания. И я подобрала к этому крему вот такой замечательный набор от этого же бренда The History of Fu. Это набор для самой возрастной кожи. В этой линии плотные текстуры, красивые. Это все на основе древних восточных трав. И на моей нормальной возрастной коже зимой она лежит потрясающе. Но давайте посмотрим. Здесь не только один набор у меня в уходе. Я многое в нем изменила. И давайте начнем с дневной рутины. Начинается с очищения кожи. И это замечательная совершенно пенка, в которой нет мыла. В ней работают корни мыльного дерева. Это самый лучший щадящий вариант для возрастной кожи, которую ни в коем случае нельзя пересушивать и обезвоживать. А еще у этой пенки потрясающая консистенция и женьшеневый волшебный аромат, который прямо с утра делает нас императрицами. Потрясающее средство, я очень рекомендую для возрастной кожи, даже вне уходовой линейки. После умывания в рутине всегда идет тонер. Для того, чтобы сбалансировать кожу после очищения и предувлажнить ее. В увлажненную тонером кожу значительно лучше входит весь уход. Тонер в этой линии густой, напоминает разбавленный гель. Этот тонер также подойдет для тканевых масок и для целебных компрессов. И вне уходовой рутины. Очень рекомендую к этому средству присмотреться, даже если у вас другая уходовая линейка. Сыворотка в этом наборе роскошная. Это самое настоящее антивозрастное чудо, как и вся линейка, с несколькими видами целебного женьшеня редких сортов. Но здесь еще очень много интересного с точки зрения пептидов добавили. Это омолаживающая сыворотка. И посмотрите, как оформлена баночка, бутылек. Сразу же начинаешь чувствовать себя императрицей. Разглаживаются морщинки. Средство снабжено удобным дозатором и волшебный аромат. И посмотрите, какая нежнейшая консистенция цвета женьшеня. Исчезает в коже. После сыворотки всегда идет эмульсия. И в этой линии эмульсия не такая плотная, как можно было бы ожидать. Она легкая и воздушная. Интересно, что для девушек с жирной кожей, склонной к жирности, или для девушек из жарких стран, после этой эмульсии вам уже не нужно наносить крем. Это будет завершающая ступень вашего корейского ухода. Посмотрите, какое молочко косметическое. Какая роскошь. Исчезает в коже. Крем для кожи вокруг глаз у меня в этот раз культовый. Это так называемая фиолетовая императорская линия от этого же бренда. Крем густой, насыщенный. Из тех, что можно, как говорится, ножом резать. И здесь есть тонкость.
Такие кремы нужно наносить маленькими-маленькими кукулечками и предварительно растереть между двумя пальцами. Тогда вот эта роскошь сливочная исчезает в коже. И им кожу надо только протаптывать, не тереть. Дальше идет крем, ради которого, собственно говоря, я изменила всю свою линейку уходовую. И собрала ее из средств от этого бренда. Это роскошное совершенно творение корейских изготовителей уходовой косметики. И чего стоит только одна упаковка. Это стразы. Это что-то потрясающее. Но об этом креме в самое ближайшее время я буду делать на канале отдельное видео, где расскажу все-все-все о его составе, о его свойствах. Он у меня сейчас обкатывается, тестируется. Но пока за это время, пока эта линейка у меня уже есть, я им очень довольна. Это потрясающий результат. Консистенция нежная. Он тает от соприкосновения с теплой кожей и в ней исчезает. А это уже моя просто необходимая вещь. И это бальзам-маска для губ. Я не выхожу без него на улицу, потому что он великолепно защищает кожу губ. А еще он ее немножечко драконит, взбадривает за счет женьшеня, улучшает кровообращение. И, конечно же, поверх уходовой линейки легкий массаж. Годы идут, а этот массажер от этого же бренда The History of Wu так и остается моим любимцем. Вот уже немножечко видавшие виды, но любимый-прелюбимый. Очень рекомендую ловкий и удобный массажер. После уходовой рутины я наношу кушон или тональную основу. Здесь у нее есть фактор солнцезащиты. И это так называемая тональная основа аэрограф. Тончайшей, незаметной пленкой. Она лежит на коже, совершенно незаметно для невооруженного глаза. И в ней еще есть и 10 витаминов. Включая ретинол, витамин Е, витамин С. Это мощнейшая антиоксидантная бомбочка. Великолепно поправляется в течение дня. Ни во что не забивается. Нигде не сушит, ни на что нигде не давит. Шикарный кушон. И кушон я закрываю пудрой. Это пудра с уходовыми ингредиентами. В абсолютно шикарной упаковке. Лимитированное издание. И напоминаю, что все ссылки на все средства вы можете найти в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. В дизайне нас радуют корейские национальные танцы с веерами. Потрясающие, конечно, танцы у них. И не менее потрясающие с перламутром и стразами кушон. Внутри все так же красиво, как и снаружи. Спонжик. И в этом наборе есть два запасных блока. Замечательный набор, очень красивый. Но что самое важное в этой пудре, что ее не видно на коже, но она блюрит ее. За счет вот этих светоотражающих частичек исчезают поры, морщинки, заломы. Это все залито красивым блюром, что очень омолаживает мою возрастную кожу. И не только мою. Санскрин. В солнечные дни, в морозные, я наношу санскрин. И мне очень нравится именно это средство. Здесь есть зеркальце. Его очень удобно бросить с собой в сумочку и таскать с собой целый день с точки зрения обновления. Это санскрин полностью с физическими фильтрами. Минеральный санскрин. И он очень удобный. Вот эта пуховка мягкая, нежная. К ней, кстати, имеется в наборе запасной блок обязательно. Она равномерно распределяет средства по всей коже и хорошо матирует. Также держит макияж. Когда у нас все с лица течет в снег, дождь, в ветер и в звезд ночной полет, это отлично все держится. Мисты для возрастной кожи зимой – это необходимость. И как вы видите, я сейчас добиваю свой любимый мист с коллагеном и с пептидами. В течение дня я обязательно наношу антивозрастной стик от морщин. Кроме того, что он запечатывает в коже влагу от мистов, он еще и работает с морщинками. Это линия детский коллаген, которая возвращает в нашей коже уровень коллагена близко к детскому. Удивительное средство, необыкновенно удобное, с волшебным ароматом. И я его могу для возрастной кожи только рекомендовать. Это мой второй уже такой стик за зиму. А теперь вечерний уход, который значительно, конечно же, отличается от дневного. Вечернее
рутина начинается с тщательного очищения кожи. И я люблю использовать для этого замечательное масло гидрофильное от этого же бренда, но из другой линии. Это масло из базовой линии, которое подходит абсолютно всем. Нежнейшая консистенция – это маслица, которая при соприкосновении с водой превращается в воздушную эмульсию и абсорбирует с нашего лица все-все-все бесполезные ископаемые, которые мы нанесли в виде макияжа утром или нагуляли за день. Также очень важно, что это средство уничтожает на нашей коже санскрины. Пенка идет такая же и тот же самый тонер. А вот дальше есть изменения. Это сыворотка с витамином С, которую я использую вечером. Но здесь не только витамин С, а огромное количество и других витаминов. Вплоть до ретинола, витамина Е, с которым лучше всего усваивается. Это очень нежная сыворотка в правильной, грамотной упаковке. И она легко исчезает в коже. Это жиденькая водичка. Антиоксидант, необходимый для возрастной кожи зимой. Дальше идет та же сыворотка из набора и эмульсия. И тот же крем для кожи вокруг глаз. Крем для лица такой же, как и утром. 2-3 раза в неделю я наношу на ночь на лицо ночные маски вместо крема. Это маска с пептидами, с ядом медузы, которая разглаживает любые морщинки. И выпускается в виде очень удобных саше курсом на 30 дней. Отличное средство, уже лет 5 его люблю. Рекомендую. Конечно же, на ночь любимая маска для губ. И все это с любимым массажером. Вот такая уходовая линейка у меня на вторую половину зимы. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо за ваше время и до следующего раза. Всем пока!